Здравствуйте, меня зовут Елизавета Винокурова. Я хочу вам представить книгу американской писательницы Нэнси Спрингер из серии книг «Приключения Энолы Холмс». Здравствуйте, меня зовут Энола Холмс. Как некоторые могли из вас догадаться, я родственница, а именно сестра Шерлока Холмса. Только не говорите ему, что меня видели. По некоторым причинам я скрываюсь от своих братьев. И для этого использую образ леди. Как и брат, я имею свое сыскное агентство. Но в отличие от него, я замечаю мелочи, которые принадлежат миру женщин. Но почему я скрываюсь от своих братьев? И обо всех моих приключениях вы можете узнать в серии книг обо мне. До свидания. Приятно было с вами познакомиться.